Добрый день, дорогие друзья. Сегодня снова с вами Вальдемарко. Короче, я опять приперся на рыбалку. Короче, не как на рыбалку, а как кое-что тут поделать. И сразу мы закинем наши удочки. Я просто хотел рассказать. Кто-то у меня спрашивал, значит, если я ловлю на карпа, значит, какая у меня снасть. Я уже как-то вам показывал, как она говорит, это как волосок называют, да? Это буквально нитка такая, из кучок. Вот это, я хочу сегодня закинуть на этот бойль. Видите, помните, я вам показывал, тут пшеница, кукуруза, еще что-то, я сейчас уже не помню. Я покупал за 20 евро, помните, я вам показывал. Значит, игла, продается, конечно, специальная игла, но она быстро ржавеет и потом пропадает, потому что она сильно тонкая. И если я приобрел вот это, что вы думаете, что это такое? Это кружева вязать. Я увидел в магазине, думаю, да, я возьму, она намного, ближе покажу вам, она намного прочнее. Так, берем, Рома, протыкаю ее аккуратненько. Только дело в том, что, видите, здесь тонкое жало, она коротенькая. Получается, она до конца не хватает. И потом, если дальше будем толкать, то бойль будет лопаться. Его, конечно, может быть, на наждаке проточить маленько. Я буду делать потихонечку. Так, я его протыкаю. Так. Видите, вот он вылез уже немножко. Видать, вон он, не видать. Так, вылез уже. Так, где же он теперь? Все, теперь берем наш крючочек. Ти-дим-ти-дим. Таким макаром мы его потихонечку туда, значит, запихиваем. Видите, все. Не надо ничего покупать, такое именно рыбацкое, видите, очень простая штукенция, которая вязать кружева. Опс, зацепился крючок. Значит, фиксирую я здесь наш бойль. Тоже не видать, наверное, вот такие продаются вот такие вот, как защелки, наверное, что ли, в магазине, наверное, не видать. Вот так поближе поставим. Пластмассовые. Просто не ниточку я сейчас продену сюда. Оп, где она упала теперь. Раньше я делал, просто брал от зубочистилки, палочку одевал и все, она тоже держалась. А тут надо уже и очки хорошие. Вон там соседи смеются. Смотрите, я ее одел, вот так она выглядит. Все, мы ее просто потянем назад, раз. Все, видите, как получилось. Все, она уже никуда не денется. Вот уже готово. Конечно, у меня маленькая, она длинная, сама волосок этот. Я делал специально, чтобы можно было два бойля цеплять. А просто потом наматываю на кучок, вот так раз, таким макаром. Так, все, она готова. Сейчас мы ее закинем. И вторую я хочу закинуть на кукурузу. Окей, пошел закидывать. Итак, закидывать я хочу вон в те дальние балаболки. Между ними попробую, или, ну, рядышком, сейчас примерно поближе покажу вам. Тоже ветерок, может быть, тоже слыхать плохо будет. Вот я хочу вот в эти балаболки закинуть сюда. Сейчас будем кидать. Как бы в небо камеру удочка не зацепит крючком. И будет тебе рыбалка, Вальдемарко. Все. Прошли день. Не знаю, как будет передать. Трава уже попала. Вы не обращайте внимания на мою трикунку, это рабочая, я делаю работу. Подскажите, Вальдемарко. Выглядит нехорошо. Так. Ну, вот так. Надо куст отпилить нафиг. Маленькие деревья здесь пилить. Очень сильно пыльная. Такая удочка 360 метров, 360 метров. А в принципе для этой речки, где я здесь стою, такая длинная не нужна. Далеко не надо кидать. А у меня свои старые, посмотрите, переделать все. Вот так вот.
такая музыка была, когда карп будет там брать. Все, заряжаем сейчас вторую удочку. Как я сказал, я хочу поставить ее на кукурузу. В принципе, одевать я эту так же буду, как и Эдголь одевал. То есть я ему показывать, наверное, не буду специально. Поставлю просто на кукурузу. И так нацепил кукурузу. Опс, все, перед камерой. Чтобы показать, как она выглядит. Видите? Кукуруза сама мелкая. Это кукуруза, как вы знаете, я беру с консерв, которую для салатов делаю, да? Видите, вот такая вот она. Как раз неплохо будет видать. Я нацепил сколько? 5 штук здесь нацепил. Ну посмотрим. Что будет. Ее надо еще удачно закинуть. Так я хотел ее поближе маленько закинуть. Рыба подошла, а я помогал ей ее грузить. Вот так. Теперь моя задача еще подкидать туда кукурузу для приманки. Не жаль, вода полетится. Вода маленько добавила сегодня, правда, ну, чуть-чуть больше. Не очень-то немного. Вот все, будем ждать. Меня, наверное, вообще не взять, я думаю, только одну голову взять. Сейчас я посмотрю, удочки, наверное, вообще не взять. А я тут стараюсь, тарахчу. Точно, удочки-то не видать, вон они где. А может, видать было, ну ничего страшного. Вот я сейчас закидаю кукурузу соседского места. Я докину, конечно. Вот такая вот кукуруза, вон показать хотел. А теперь я буду оттуда вон и туда вот кидать. Оттуда вон. Пойду к соседу. В гости. Там была, наверное, какая-то крыса или щука стояла там под мостиком. Окей, ребята, теперь будем ждать, что получится. Я буду пока работать. Камера так и останется, сейчас я ее маленько отрегулирую. И чтобы, значит, еще будет рыбка ловиться, чтобы мы могли заснять все это. Вот так, наверное, будет самое отлично. Окей, будем ждать рыбу. Все, ребята, рыба не ловится. Солнце уже, видите, садится. Дальше я оставаться не хочу, потому что мне утром рано на работу. И, значит,
я сейчас поеду домой. Короче, я буду делать так теперь. Буду писать просто в названии дату, когда я на даче. И там обязательно я буду постоянно ставить удочки. Может быть, напишу это самое, когда рыбу поймаю. Нет, лучше писать не буду. Заходите каждый день и смотрите. Так будет интересней. Короче, крышу я сделал. Вот такой вот, видите, уже сюда пружинину поставил. Здесь пойдет одна, внизу пойдет. Хоть я буду здесь боковинку закрывать. Если вы старые видео мои видели, еще год или когда назад, год назад, да, или больше, то у меня здесь заводчик такой красивый стоял. Сперли его. Видите, только он шуруп остался. Я здесь прикручивал. А, видите. Все вырвали нафиг. И поэтому я теперь решил, не буду делать красиво, а буду делать так, чтобы мне было удобно. Значит, можно было посидеть тут, чтобы ветерок не дул, чаи гонять и на рыбалочке, чтобы отдыхать. Хотел я красиво делать, но раз такое дело, это лежанка. Видите, она уже тоже ржавая. Матрас дома лежит в гараже, чтобы можно будет лежать, загорать. Короче, я крышу починил, как видите, теперь она целая. Я заехал, один лист такой купил, 6 евро стоит. Я таким макаром я его забацал опять. Он еще не доделал. Короче, сверла не было, оказывается. Обычно у меня ящик с инструментом, там все было. Но, видимо, я вытащил. Надо в гараже посмотреть. Так что, ребята, я еду домой. Сейчас по дороге еще, может, видео сниму. Если, конечно, вам это интересно. Хочу вам показать. Сейчас пойдем сюда. Ава, видите, что заросло здесь. А вон она, видите, цветы. Такие цветошки. Как же она правильно называется, ее не выговоришь. Забыл. Мне как-то одна женщина спрашивала. Даже пчела есть. Как-то одна женщина спрашивала, как она называется. И я говорил, а теперь уже не помню. Эти пчелки. Пора уже домой. Летите до дома, до хаты. Нет, работает. Ладно, потом я... Если кому будет интересно, как она называется, спросите. Я вам напишу, сейчас я просто не помню. Женщина спрашивала, а будут ли они у нас в Алма-Ате расти. По-моему, они растут, они в Китае, и в Англии, и в России есть такие цветы. Они растут. Ну, в зависимости, в каких регионах, да? Потому что Россия большая. Клопа будет поймал. Ой, я надо же. Так, ну все, ребята. Будем ехать домой. Опа-на. Опа. Ветка прямо по лбу. Все, удочки буду собирать. Ничего не клевает. Рыбов нету. Окей, дорогие друзья. Сейчас у нас я сам посмотрю. Опа-на. Вот такой красивый. Короче, на счет не все, пока ничего не получилось, рыбок нету, хоть понаснимал там кое-что, даже заснял вот эти кусочек, который сейчас здесь вставлю, как на тракторе, значит, траву ворошили, то есть делали волки, ну, сперва скосили, потом делали просто волки такие, вот, то есть она уже просушенная, тоже маленько снял. Видите, люди работают. Хотя они траву скосили, а теперь он ее ворошит, наверное. Сушит, делает волки теперь. Я говорю, люди работают. Вот такие маленькие поля, видите. Сейчас он скосит, это уберут эту траву отсюда. А потом запустит сюда коров, будет корову пастись. Мучек клюет, нет. Окей, друзья, пока. С вами был Вальдемарко. Подписываемся на канал, ставим лайки и обязательно делимся.
Как я заметил, из моих всех подписчиков, только один Шмидт, как его забыл, как звать его, Шмидт, Иван Шмидт, он постоянно в Гугле моим видео делится, постоянно. А так редко, когда я кого еще вижу. А он молодец, постоянно делает. Молодец! Окей, друзья, пока. С вами был Вальдемаркер.